Это Лёха, я Дима. А Лёха? Алексей и Дмитрий. А, Алексей и Дмитрий. Да. Вот. У нас теперь есть Тёсово, получается, все локомотивы, тепловозы с разными типами передач. Механические, гидравлические и электрические. Ну да. По этому поводу мы организуем как-нибудь тут. Ну, наверное, всё. Так, я полез к батарее номер. Заседание, это хорошо. Вот бы еще все типы тепловозов собрать. Ну, собаки веселятся. Очень хорошо. Они в шубах. 12.66. 12.67. О, вертает. Самая тряпка, что за день выжить, это не что страшно? Не знаю. Вы не подходили? Я бы не стал, конечно. Возьму с санами тряпками. А, зла, да? Ну, конечно, зла, да. Там, наверное, замерзло. Там 4,3 градуса. Масло в перемешку. Представляешь, какое-нибудь там предприятие, где много Ту-2. И такой Ту-2 заезжает, какой-нибудь нафтол. Ну да, нафтол заезжает с линии там, ну конечно, нет груза. С линии приезжает такой горячий, там теплый. И, о, машинист, у меня там что-то отвалилось там. Батарея не заряжается, плохо там, да, и ты знаешь, когда заходишь в дизельное, там горячо, тепло, тихо-тепло. И ты такой в комбезе, знаешь, тебя туманный. Покатит под пиво, да.